Территория здоровья площадью 2200 квадратных метров. В день города в Старомосколе состоится открытие фитнес-клуба федеральной сети X-Fit. О том, как он поможет жителям Оскола стать счастливее, в следующем репортаже. Сегодня спорт, как и мода, стал частью потребительского колеса, которое давит стандартами навязанных идеалов. Фитоняшки, мускулистые мужчины, ты не в теме, если не пьешь протеиновые коктейли и не постишь фотки модных кроссовок и подтянутого пресса в Инстаграм. Однако есть и другая философия правильного образа жизни, в основе которой совсем иные ценности. ЗОЖ вне моды, уверен персональный тренер X-Fit в Старомосколе, абсолютный чемпион Европы по бодибилдингу Владимир Беляев. ЗОЖ сейчас, так скажем, на первом плане, но некоторые модные тенденции его позиционируют как какой-то клочок моды, что вот модно заниматься, то есть не вкладывают в это смысл, просто ходят на тренировки, не соблюдая ни питание, ни режим. Вот. Но как, если человек целеустремленный, он обязательно достигнет своих целей, и занятия спортом ему в этом очень помогут. X-Fit – это клуб для всех. Здесь действительно рады каждому. Новичкам, спортсменам, детям, людям с ограниченными возможностями. X-Fit предлагает не только современные фитнес-программы, а главное, позволяет проникнуться атмосферой здорового образа жизни, не навязывая человеку какие-либо модные стандарты, а помогая найти свой вид нагрузки. Обязательно нужно начать с персональных тренировок. Подойти к тренеру, не стесняться, он выслушает, подберет правильный режим тренировок, составит программу питания и начать двигаться в правильном направлении. Самостоятельно или посмотреть в Ютубе, человек не способен отсеять, что правильно, что неправильно. Просто будет обращать внимание, так скажем, на картинку, то есть на того человека, который видео это снимает, что он выглядит хорошо, вот вроде тогда и правильно все говорит, но не всегда это совпадает. Федеральная сеть X-Fit руководствуется высокими стандартами в подборе команды. Весь персонал проходит специальное обучение и обязательную аттестацию. Старооскол не исключение. Мы выбрали лучших спортсменов города. Плюс у нас было обучение от специалистов X-Fit. Уникальная возможность обучиться именно тем новинкам фитнес-индустрии, которые сейчас востребованы и в Москве, и в регионах. X-Fit предлагает множество тренировок на выбор. Функциональный и силовой тренинг, гравити-йога, всевозможные разновидности групповых программ, высокоинтенсивный интервальный тренинг, единственная в регионе Cycle Studio с уникальными велотренировками. Впрочем, здесь почти все с приставкой «Уни». Уникальный проект, уникальный, потому что практически все в этом клубе впервые. Впервые в Старомосколе представлена линейка «Техноджим», это итальянские тренажеры, на которых тренируются олимпийские чемпионы. Опять же, впервые в городе у нас самое большое количество дорожек. У нас их 10 штук. И две беговые дорожки, уникальные, опять же, для Старого Оскола, механические. То есть они действуют под воздействием самого клиента. Если человек может до 40 километров разогнаться, он разгоняется до 40 километров на этой дорожке. Все тренажеры оборудованы программным обеспечением, с помощью которого можно отслеживать результаты тренировок. Умный девайс не только проконтролирует количество подходов, но и подскажет, когда отдохнуть. Если человек подошел первый раз на тренажер, у него есть наш браслет, он коннектится. После чего он попадает в свой личный аккаунт. Если у человека есть своя уже программа тренировок, то есть он уже будет видеть определенный вес, который ему нужно выполнять, отдых между подходами и количество повторений. Гостевым визитом в клуб можно воспользоваться лишь один раз. Чтобы попасть в семью, X-Fit нужно приобрести клубную карту на месяц или год. Абонемент дает право пользования всеми услугами клуба. От солярия в раздевалке до бесплатной диагностики на профессиональном анализаторе тела InBody. А также хамам, сауна, залы групповых тренировок. Предусмотрено все – от комфортных раздевалок и полотенец до дезинфекции тренажеров. Безлимит также включает возможность заморозки карты. Подкрепить спортивные достижения позволит уютный фитнес-бар. Здесь можно утолить и жажду, и голод с помощью традиционного или спортивного питания. Фитбар работает на обе стороны, как и на зону гостей, которые уже пришли заниматься в зал, так и на сторону кинотеатров и ресепшена. Это был дизайнерский ход, специально разработанный, чтобы люди, когда приходили выбирать абонементы, могли посидеть, выпить чашечку кофе, заказать смузи, фреши. У нас представлены гарниры, рыба, мясо, также различные салаты. Что касается спортивного меню, у нас различное обширное количество батончиков, вафли протеиновые, также представлены фитококтейли, отдельная зона
продукции, которая привезена из самого сердца Сибири. Конфеты, мед, батончики ручной работы. Они специально низкокалорийные. X-Fit в Баше – это новейшие фитнес-технологии, персональный подход, эксклюзивные программы и безупречный сервис. Клуб сочетает в себе идеи спорта, красоты, здоровья и отдыха и пропагандирует развитие спорта в регионе. Открытие его сегодня особенно своевременно. Сейчас мы все с вами наблюдаем, как город перерождается. Перерождается в среду благоприятного, счастливого преобразования, нахождения наших горожан. И, конечно же, потребность в качественном спорте. Спорт не ради высоких достижений. Мы сейчас не говорим о спорте олимпийском, спорте достижения максимальных результатов. Мы говорим сегодня о здоровье. Конечно же, в этой части открытие любого спортзала, открытие спортзалов европейского уровня, они необходимы. Они вписываются в гармоничное развитие социальной среды любого города. Это та маленькая часть, которая делает наш город привлекательной для нашей молодежи, для того, чтобы остаться здесь, учиться, остаться заводить семьи, проводить прекрасно свое время для развития и тела, для развития души, для развития и своего внутреннего состояния. Мы попытались создать такие условия, чтобы потребность в спорте вызывала только желание и улыбку еще раз сюда приходить и здесь как можно больше получать заряд энергии, бодрости и счастья. Счастье есть, и оно находится здесь, в Баше.